что ж. Дерипасовска и книжный супермаркет. Ну вот такая рекламка. Движемся дальше. Здесь есть что покушать. Кафешка. Так, ну что, уже включили фонари. Официанты везде стоят прямо возле входа в ожидании клиентов. Вот снова это оливковое здание, только вид теперь с этой стороны. Даже не знаю, первый этаж закрыт, вообще отель, наверное, какой-то. Воровский, заходить не будем, у меня этого есть. Живая музыка. Так, что тут у нас? Уточкин.